Здесь фотографии тех, кто стал положительным примером для молодых коллег. Аллея трудовой славы – это дань уважения человеку труда, ветеранам и старейшим работникам, которые посвятили большую часть жизни родному предприятию. Ответственные люди, профессионалы своего дела, которые отработали на нашем предприятии, значит, от 25 лет до 36 лет. Это и работающие наши ветераны, которые имеют очень большой стаж работы. Это место, вот, которое мы здесь обустроили, значит, станет центром нашего предприятия. Николай Ильич – один из тех, чей портрет размещен на Аллее Славы. Он отработал на благо предприятия почти 25 лет. Мужчина признается, узнав, что его фото разместят на аллее, разволновался даже сильнее, чем при получении звания ветерана общества «Оренбург-Газпром». Спасибо руководству о том, что не забывает о нас, стариках, что мы проработали. Вот. Отнесся, ну, конечно, положительно, что там говорить. Даже был до некоторой степени рад. На аллее размещены фотографии четырех неработающих ветеранов подразделения, их предложил Совет ветеранов. И четыре кандидатуры работающих пенсионеров были определены администрацией и правкомом управления. Молодежь предприятия признает, у этих людей есть чему поучиться. Во-первых, упорство. Люди действительно, ну и самое главное, наверное, инициативность, потому что люди знают толк в работе. Аллея трудовой славы расположена рядом с доской почета управления. Планируется, что обновление и доски почета, и аллеи славы будет проводиться раз в два года. Карина Цымкова, Никита Плотников. Итоги недели.